что, ребята, продолжаем будни дубайского риэлтора. Проект, как обычно, находится на Пальме Джумейра, и называется он, ребята, Anantar Residence. Это мировой бренд отелей, известный во всем мире. Он состоит из комплекса отеля и непосредственно резиденции, в которых проживают люди, могут купить себе апартаменты. В одной из таких резиденций мы сейчас находимся. Эй, ребята, всем привет! С вами Артем и Серж. Продолжаем эксплорить Пальму Джумейра. С нами также Ральф, наш фотограф, суперпрофессионал. Итак, ребята, мы сейчас находимся на Пальме Джумейра. Находимся мы на кресценте, на правой его части, на этом самом ободке, который поясывает пальму. Вот видите, прекрасно видно Бурдж-Аль-Араб. Это медиа-сити. И перед нами проект, который называется Anantar Residence. Это отель и резиденции, в котором у нас появился новый эксклюзивный листинг, который мы сейчас отснимем, ребята. Это односпальная квартира с шикарнейшим видом внутрь пальмы. Сейчас вы сами все увидите. Ребята, ну вот мы попали в лобби. Вот такой вот лобби в этом комплексе. Шикарнейший, как пятизвездочный отель. Серега, помаши маме ручкой. Вот. Ну, конкретно отельный комплекс. Вот здесь выход идет на пляж, на бассейны. Здесь такой зона отдыха для гостей. Ralph. Вот, ребята, такая штука на Anantar. Вот мы заходим. Так. Такие двери вращающиеся. Итак, вот они, виллы, которые арендуются. И непосредственно апартаменты. Шикарный бассейн с песком, ребята. Это кары, на которых идет передвижение внутри комплекса, электрические. Вот так это выглядит. Прогуляемся попозже. И вот наша квартира, с которой мы еще будем заниматься, находится вот здесь, на 5-м этаже. С обалденным видом, который мы сейчас тоже заснимем. Ну вот мы поднялись на лифте, ребята. Сейчас мы находимся на 5-м этаже комплекса. Ковры на полу, мрамор, диванчики, на которых можно расслабиться с друзьями, посидеть, если не хотите приглашать себе в номер. Вот так выглядит комплекс. Вот таким макаром это все сделано. Пальма Джумейра, Атлантис отель вдалеке мы видим. Так, двигаемся в сторону квартиры. Ребята, ну вот тот вид, о котором мы говорили, который заслуживает внимания. Вот. Anantar Residence, за это именно данный тип квартиры любят покупатели, арендаторы. Потому что здесь все как на ладони. Отель Атлантис, море, Софитель, Вальдорф Астория, бассейн. Все как на ладони, друзья. Так, немного по цене данная квартира стоит 2,8 миллиона дирхам. Сколько это в долларах, Серег? $767 тысяч, ребята. Вот за $767 тысяч вы получаете эту квартиру. Так, ребята, это односпальные апартаменты. Квартира, которая называется один bedroom по-нашему. Размером 1158 квадратных футов. Это в метрах где-то 107 квадратных метров. Значит, что мы видим? Квартира оборудована системой умного дома. Opus. Вот здесь находится сервер. Каждая квартира этим оборудована. То есть свет, кондиционирование, все управляется с пультов. Освещение. Квартира полностью меблирована. Меблирована она вся изначально была. Квартиры продаются меблированные. Квартира полностью оборудована техникой. Оборудована всеми домашними приборами, устройствами. Здесь стиральная машина. Вот, мы видим. Здесь мы сейчас находимся на кухне. Кухня открытого типа. Это посудомоечка. То есть все это уже присутствует изначально от застройщика. Вот сюда мы открываем. Видим бокалы. Мы видим, то есть, тарелки, чайники. Все это включено в пакет, когда вы покупаете данный апартамент.
Продвигаемся по квартире, значит, заходим в гостевой туалет. Гостевой туалетик, друзья, с умывальничком. И дальше попадаем мы в living room, так называемую зал, да, мы его называем зал. Столовая зона, зона отдыха, да, так называемая, деревянные полы, ребята. По полу ламинат. Потолки высотой примерно 2,80 где-то. Точечное освещение, балкон в зале, двигаем в спальню. Спальня у нас также полностью оборудованная спальня. Есть гардеробная, из которой мы напрямую попадаем в санузел, в хозяйский санузел. Хозяйский санузел, ребята, ну просто огромный, он здоровый. Плитка, душевая кабина, ванна, два умывальника на два человека. Опять же, ребята, все, что вы видите, вот эти, включая там полотенце, то есть вся мебель, все вот это, зеркала, столешницы вот эти гранитные, умывальники, все это входит в пакет, когда вы покупаете подобную квартиру, вообще любую квартиру в Анталии. Итак, ребята, сейчас пойдем в самое интересное место, самое сексуальное место этой квартиры, которое называется терраса. На террасу можно выйти из зала и из спальни. Мы сейчас выйдем из спальни. Вот так, здесь двойные занавески. Это тоже все установлено. То есть, ребята, когда вы покупаете квартиру в Онтарио, просто берете свои вещи, чемоданы, заезжаете, ставите их и начинаете жить. Прямо с первой секунды. Вам не нужно делать ремонтов, вам не нужно делать каких-то дополнительных перестановок, мебель. Но это, конечно, зависит от вкуса. Если вам что-то не нравится конкретно, вы это можете, конечно, убрать. Но вот именно для комфортной жизни лакшери, да, здесь уже все готово. То есть всего лишь вам нужно принести свои вещи. Итак, друзья, ва-ла-ла, welcome. Солнышко светит, да? Ну понятно, против солнца снимать не очень хорошо. Вот этот огромный балкон, ребята, на площадь по квартире 107 квадратных метров по нашим отечественным меркам. Терраса в этот размер включена. Но чем отличаются площади в Арабских Эмиратах, потому что вот многие приезжали, и мои старые клиенты, и нынешние, они говорят, что это за квартира, почему она такая маленькая, вроде это не 100 квадратных метров. Фишка в том, что здесь, в Эмиратах, в площадь квартиры включены площади стен, площади, то есть нежилые, то есть абсолютно все включено, то есть берется по контуру, по плану квартиры вот этот вот контур, да, шаблон. И все, что внутри этой квартиры, измеряется. Поэтому, естественно, площади будут меньше, так вы уже здесь стандарты. Сори, здесь уже ничего не поделать, я их устанавливаю. Но если брать вот по метражу, приблизительно где-то процентов 20 это будет меньше. Может быть 20-25% меньше, чем вот площади те, которые мы привыкли в России, в Казахстане. То есть наши совковые, да, площади. Вид, ребята, шикарнейший. Вид открытый на пальму. Внутрь пальмы, здесь вот мы видим виллу вдалеке, именно вот концы веток. Пляж свой у проекта. Внизу мы видим отель. То есть, если вы зайдете там на booking.com или на какие-то другие сайты, наберете Анантара Дубай, вы найдете именно этот отельный комплекс. То есть, вот эти вот здания, в которых мы стоим, они расположены зеркально. Одно с правой стороны, другое с левой стороны. Мы сейчас находимся в левом крыле проекта. И между ними вот такие вот вилочки с номерами. Это как раз и есть отель Антара. Здесь ничего не продается. Значит, можно купить квартиры, апартаменты, пентхаусы. Только здесь вот подобные апартаменты, вот тем сейчас находимся. Мы сейчас находимся в одном из самых маленьких по размеру апартаментов, потому что здесь есть двухспаленные, значит, односпаленные, двухспаленные, трехспаленные, есть пентхаус. Это однушка. Это не самая большая, а однушка, но и не самая маленькая. Просто чтобы показать вам, какого плана недвижимость есть в этом жилом комплексе. Вот такие дела. В проекте есть тренажерный зал, естественно, бассейн, которым вы можете пользоваться, пляжами, ресторанами. Все это доступно вам, как жильцам. Так, ребята. А, кстати, эта квартира на продажу. Продается она за 2,8 миллионов дирхам. В рублях я... Тяжело, если вы хотите получить цену в долларах, вам нужно разделить на 3,65.
Итак, с вами был Артем Пустовар, канал Дубай недвижимости и счастья. Очередной обзорчик с пальмы Джумейра. Всем привет, целую, пока.